Ребятки, всем привет! Это шоу «Пошазаем», в котором обычные люди, они же популярные личности, бросают вызов искусственному интеллекту. Сегодня к нам пришли Рауф и Фаик! Рауф и Фаик, да. Рауф и Фаик. Вот оно что. Всем привет. Вы готовы, пацаны? Мы, да. Проигрывать или выигрывать? Мы готовы побеждать, но что будет дальше, не знает никто, даже ты. А вот сейчас мы начнем потихоньку узнавать. Ваши категории сегодня — это «Иньяс», треки на иностранном языке, рэпчик, русский рэпчик такой, хиты последних лет, фиты и хиты сейчас. Что выбираем? Хиты последних лет. Последних, может? А можно несколько категорий? Можно на первый раунд выбрать одну, а потом поменять. Давай последних лет сначала. Давай. Давай, хиты последних лет. Итак, первый раунд. Поехали. Это был Макс Барских. Насколько это мимо, пацаны? Максимально. Максимально было мимо. Да? Хорошо. Да. Ну, мы попробовали категорию. Я вообще не понял. Что? Я потом, когда услышал, вот это уже я начал понимать. Ничего себе. Итак, «Иньяс», рэпчик, фиты, хиты сейчас. Фиты давай, фиты. Фиты? Фиты. Ну давай все-таки в хиты последних лет. Ну давай, давай, давай дальше. Ты все-таки хочешь? Да не, еще Марат Барских еще... Это что, русские типа будут? Да, тут только русские. Давай «Иньяс», короче. Давай, давай. «Иньяс», давай. «Иньяс». Да. Все. Короче, ладно, давай. Сентасион. Ну это было просто, ребята, конечно, это было просто. Это же ваш любимец еще. Да. Это правильный ответ. Есть первый балл в нашей игре. Третий раунд. Куда идем? Остаемся здесь или выбираем что-то другое? Давай. Мы давай остаемся здесь, да. «Иньяс». Поехали. Рокстар Пост Малон. Так, ребята, я предлагаю сменить категорию. У вас слишком хорошо идет. Это пока что хиты просто. Это пока что, да, самое. А вы хотите посложнее, да? Это правильный ответ. Счет 2-1. Какую категорию выбираем? Давай хиты уже выберем. А что, можно каждый раз менять, что ли? Конечно. Да, давай фиты посмотрим. Мы же нормально поэтому пока идем. Давай фит. Просто по приколу. Давай фит по приколу. Фит. Да, по приколу. Окей, просто по приколу просто пробуем фит. Вот такая у нас прикольная игра. Четвертый раунд, поехали. Мальбек, Сюзанна, «Гипнозы». Да ладно! Да ладно! А что мы это... Хорош! Так ты, а ты не угадал, что ли? Я не понял, но потом понял, что ты понял и молчал. А это значит, что у вас балл и счет 3-1. Ну не зря прикалывались, пацаны. Смотри, мы еще не пробовали рэпчик и хиты сейчас. Да не, может рэпчик? Давай какой-нибудь рэпчик. 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 Давай разнообразим. Там русский рэп. Сразу предупреждаю. Поехали. Поехали. Пятый раунд рэпчик. Русский рэп так тоже угадаем, наверное. Я не знаю. Кубик льда. Гонфлат. Ой-ой-ой! Он сейчас может. Я не придумаю. Ладно. Слушай, ну очень хорошо пошло. Как-то неожиданно хорошо пошло. Да, не знаю, что так. 4-1, ребята. Вы разрываете. Это Макс Барских, это подстава была. Почему? Вообще его мало знаю. Ну, это же хит последних лет. Хит, какая подстава. Итак, «Иньяс», рэпчик, хиты последних лет, хиты сейчас, фиты. Ты выбираешь, давай. Давай еще фиты. Давай еще фиты. Еще фиты хочешь? А потом есть еще. Ну, у вас на всякий случай всегда есть «Иньяс», ну, где да. Вы просто красавцы. Итак, ну, еще может быть, да, может быть. 4-1, поехали. Хотя я нифига не знаю. Нет? Ламбада. Счастье, бабка, Ламбада. Не. Кто не знает? Тифест и скриптонит. Да что ж ты? Ламбада. Я начала не помню. Но ты знал, да? Вот если бы так началось, то я бы сразу понял. Я бы сразу понял бы, да. Начинается, да. Уважаемые Тифест и скриптонит, сократите начало вашего трека, а то не очень понятно. Итак, 4-2. Давай «Иньяс» теперь. «Иньяс». Ну давай, надо встать на победную колею, реально, а то сейчас все растеряем. «Иньяс», 7-й раунд. Шей повет, Шей повет, Шей, да. Слышь, молния, нет, ты чё? Так это, ну, типа, тоже нелегко было. Да? Окей. Мы больше не будем делать вам легко. Макс Барский подключается во все категории. Счет
5-2. Куда идем? Так, а что еще раз есть? Иньяс? Рэпчик. Иньяс. Да, рэпчик. Да, рэпчик. Рэпчик, рэпчик не пробовали. Все, да? Русский рэпчик. А есть помощь Камы? Помощь кого? Камы, это наш друг. Есть помощь Камы, но за минус балл. Ладно. Ну типа просто, чтобы на одном месте остаться, да? Да. 5-2, восьмой раунд, поехали. Это скриптонит. Вечеринка. Моя вечеринка, да. Да, но ты скриптонит сказал до Шазама, соответственно, вам вручается полбалл. Еще 5,5 и 2,5. И у вас есть еще 2 раунда. И если вы в 2 раундах отвечаете правильно, вы побьете рекорд этой программы. Сейчас. А теперь, когда я вам добавил напряжение, выбирайте новую категорию. Иньяс. Давай, давай, да. Иньяс, да? Только давайте без Эд Ширан, Shape of You. Ты реально ответил за долю секунды. У нас спрашивают, как можно быть быстрее, чем Шазам. Посмотрите. Поехали. Lady, can we tune on Mojo? Lady Mojo. Что? Lady Mojo? Lady Mojo. Это правильный ответ! Не зря мы слушаем это все. Lady. Ну это хорошая такая западная музыка. И после 9 раундов у нас 6,5, 2,5. Пацаны, исторический раунд. Либо вы ставите рекорд либо этой мы делаем программы. Историю, либо... Да, либо вы остаетесь просто победителями очередными. Какая категория? Рэпчик, Иньяс, хиты последних лет, фиты, хиты сейчас. А вдруг сейчас в Иньясе выпадет, допустим, кто-то, кого мы не знаем? Сейчас мы подумаем. У вас все время мира, ребята, рассуждайте. Ты что думаешь? Вот? Не знаю. Ты жив? Да, не знаю даже. Он перекладывает ответственность на тебя, друг. Давай Иньяс. Давай. Все. Иньяс. Мы идем на рекорд этой программы. Поехали. 10-й раунд. I got this feeling. Короче, Джастин Тимберлейк. Can't stop the feeling. Он сказал, I got the feeling. И это неправильный ответ. Не, Джастин Тимберлейк, он до этого сказал. Это правда? Да, поэтому вы получаете полбалла и побеждаете со счетом 7-3. Что, мою историю не попали? Смотрите, вы одни из победителей. Вот топчики. Больше 7 никто не набирал. А 7 набирали Ольга Бузова, Инстасамка, Сайга и Рома Каграманов. И теперь Рауф и Файк. Победители нашего шоу Рауф и Файк! Это все он. Это все ты. Это все. Ну, вы заходили с мыслью о том, что вы проиграете. Как получилось поставить рекорд? Ну, честно, я Джастину Тимберлейку предъявлю тоже. За что? За то, что начало какое-то опять непонятно. It's I got this feeling. Сразу бы я понял. А то он, я забываю, часто. Ну, короче, братан мой молодец, да, вся победа ему, вся овация ему. И вот. Я лучше.